Всем привет, дорогие мои, с вами Кононова Аня. Сегодня будет звук немножко другой, потому что у меня сломался микрофон, тестирую новый. Итак, это мой очередной заказ. Если будут замечания по микрофону, обязательно пишите, ну вот пока что только так. Итак, во-первых, это псиллиум, шелуха подорожника. Я заказала побольше, потому что он у нас очень-очень часто заканчивается. Артикул 157-64. Из него мы делаем классную выпечку, но на самом деле для очищения организма, восстановления кишечника его можно так просто пить. Но на одну порцию, вот тут 30 порций, нужно выпить много воды, потому что он набухает, он в себя забирает все вредное, и, конечно, организму нужна вода. Заказали мы действительно, как вы видите, много, но мы им именно печем. И вот у нас был случай, девчонка начала пить псиллиум, но у нее прям пошла сыпь. Почему? Потому что пила очень-очень мало воды, и из-за маленького количества воды в организме организм с очищением не справился. И все вылезло наружу. То есть это нормально. То же самое, когда мы, например, пьем антипаразит. Дальше вот такой вот Доброген Актив я заказала. Его мы пьем тоже, тут и коллаген, и глюкозамин, и так далее. Артикул 157-29 для укрепления костной ткани и все такое прочее. Так, дальше, значит, это у нас заказ 250 баллов, вот на 20, так, подождите, сумма со скидкой 18804 у нас идет. И еще, наверное, появится несколько чеков. Так, давайте эту коробку уберем, эту рассмотрим подробнее. Во-первых, я заказала для себя, это только для себя, увлажняющий тоник для лица. Я его всегда заказываю по многу, 28-21, использую его утром и вечером перед нанесением крема и после умывания. Он подготавливает кожу более лучшему усвоению кремов. Дальше, это купоны. Я очень много заказала по купонам, и купонов у меня была целая куча. Это коралловый кальций. Добавляем мы его, нам привозят воду на дом от водовоза кировского. И мы добавляем таким образом, вот целый такой пакетик у нас где-то уходит примерно за 3-4 дня. Поэтому я тоже заказываю много. Это минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды. Артикул 157-30. Мало того, что он полезный, он еще и помогает усваиваться кальцию, микроэлементам и так далее. Дальше обязательно я набрала пихтовиты по купонам. Это просто жизненно необходимая вещь. Когда все хорошо, мы пьем по 10 капель в день за 40 минут до начала завтрака, обеда или ужина. Без разницы. То есть самое главное пить его на голодный желудок за 40 минут до еды. Вот вы чувствуете, что захотели кушать? Выпейте его, а потом уже через полчаса, например, покушайте. Это очень хорошая штука. Идет как эффективная защита от свободных радикалов, повышение физической и умственной работоспособности, натуральный источник железа, укрепление иммунитета. А если заболели, то можно по 20 капель 3 раза в день тоже на голодный желудок пить. Выздоровеете намного быстрее. И не факт, что заболеете, если будете пить, когда здоровы. Далее, мицеллярная вода вот такая большая. Мне ее хватает надолго. Артикул 28-19. Ну, например, я днем перед массажем сходила в душ, у меня тело в кремень, у меня все хорошо, я не потела. Сейчас жара уже спала, да, август. И зачем я пойду, например, еще раз вечером в душ, если я вся чистенькая, да, я могу частично принять водные процедуры, а лицо протереть сначала мицеллярочкой, затем тоничком и потом нанести крем на лицо на ночь, то есть таким вот образом. Дальше, очень мне понравилась зубная паста лечебной травы, заказываю ее еще раз, 22-44. Тут очень много что будет по купонам и не мне, но я уже в списке не буду смотреть, отчитываться, кто что. Просто вам покажу, расскажу. Так, во-первых, у меня очень, у всех моих подруг, друзей, знакомых, очень зашло вот это вот средство. Вы посмотрите, как его много. Это, конечно же, не все мне. Это для тех, кто действительно хочет заниматься своей головой, хочет, чтобы у них была пышная, красивая шевелюра. Как говорится, есть клиенты мужчины. Но, конечно, все близкие друзья и родственники. Те родственники, которые еще не пришли ко мне в компанию Фаберлик, они берут через меня. Вот, и значит, я им заказала концентрат активатор густоты волос, артикул 1693. Это очень удобные ампулы, которые можно наносить после каждой помывки головы. Прямо втирать, порвала, да, но этот
будет, ладно, мне. Я заказала себе 5 упаковочек, да, и вот еще у меня кто-то 2 заказал, кто-то 4, кто-то также 5. В общем, такая вот кучка мала. Очень хорошее средство, действительно сразу работает, особенно у тех, кто чувствует, что у него волосы начинают выпадать обильно, да, и начинает пользоваться и говорят: вау, так круто, так классно, у меня остановился волосопад. Я говорю: поздравляю. Ну, просто, знаете, не все доверяют средствам, которые недорогие. Сейчас думают, что вот если дорого, то это уж точно сработает. А вот отнюдь не всегда. Иногда это просто из-за того, что, допустим, средства из-за границы и так далее, оно по себестоимости может стоить дешевле, чем то, что изготовлено в России. А на самом деле нагрузка огромная не из-за того, что там много-много хорошего товара, а просто из-за того, что экспорт, импорт, вот, это, вот эти все дела. Косметика Faberlic кое-где тоже очень дорого стоит и намного дороже нашей. И там ее ценят, кстати, больше нашей. Дальше я заказала вот такие вот циркадные ритмы. Так, это эндокринная система для мужчин, это биоритмы. Несколько баночек мне, несколько не мне, но тут не суть. Очень классная штука. Что мне больше всего понравилось, это фосфоридин серин. Очень классная штука, которая дает очень хорошую деятельность мозгу, просто великолепную, поэтому попью его, 156-75, действует на развитие мозга, отлично, замечательно, но на самом деле эта поддержка называется поддержка сна и биоритмов, тавтология получилась, очень хорошо работает, да, на нервную систему, плюс содержит марганец и так далее, то есть то, что нужно для того, чтобы мы были спокойными. Муж у меня начал свое похудение, пьет коктейли, когда очень хочется кушать, но уже нельзя. Артикул 156-81, это ему вторая баночка, первую баночку он скоро допьет, но нужно попить еще одну для лучшего результата. До этого он просто на коктейлях wellness без всяких эндокринок он скинул 20 килограмм. Прошло где-то 2 года, и он начал обратно добавлять вес, и у него получилось не минус 20 к основному весу, а минус уже, по-моему, 11, то есть 9 килограмм он набрал обратно. Он расстроился, сказал, что ему снова стало тяжело, и еще раз занялся. Сейчас он ходит в бассейн, пьет эндокринную систему, пьет коктейли и ходит в спортзал. Вот, и ходит везде пешком, вообще на машине не ездит. Так, значит, драгоценная маска красоты. Еще мне пришла артикул 0744, это маска кокон, абсолютно глиняная, в стеклянной упаковочке. Она нежно удаляет поверхностное загрязнение, сужает поры, осветляет, снимает следы усталости, обеспечивает эффект сияния кожи. Идет 40+, для женщин 40+. Когда-то я говорила, что мне это рано, в 35, сейчас уже все, не 2 октября, 40 лет исполняется. По программе Faberlic Drive с 60% скидкой я взяла Queen Ship. Это один из моих любимейших ароматов, он мне очень нравится. Взяла его в запасничке, открытый у меня есть на данный момент. Так, а где же у тебя артикул? А вот артикул 3341, божечки ты мой, как мелко. Этот аромат мне очень нравится, и действительно Queen Ship действительно напоминает что-то такое королевское. Ну что ж, вторая коробочка. Любимый фитоконцентрат для похудения мужа. Он его пьет тоже с утра на завтрак. Артикул 157-15. На вкус просто сладкий чай. Он, на мой взгляд, даже очень сладкий, чересчур сладкий чай. Он, наверное, идет там с сахарозаменителями. Дальше мы с девчонками поназаказывали ресничек. Да, в прошлом обзоре у меня было много клея, в этом обзоре у меня много ресничек. Все они одинаковые идут с артикулом 79-65. Да, то есть накладные ресницы Glam Team. Очень нравится, клевые, классные. Вот тут увидите эти реснички. Смотрится на мне просто великолепно. Вот, дальше пойдемте по БАДам. Мультивитамины для... Это, наверное, для мужчин. А, для женщин. Мультивитамины для женщин с очень богатым составом. 157.05. Почитайте, пожалуйста, на сайте. Дальше. Поддержка репродуктивной системы для женщин. Это получается до 40 лет я заказала. Вот, потому что пока что у меня все в порядке. Менопаузы ничего нет. Поэтому мне еще надо вот это вот пить. Я буду пить это позже. Не сейчас. Так. Опять биоритмы. Значит, антистресс очень хорошо помогает. 156-76, но не вызывает сонливости. Мне это очень-очень понравилось, что сонливости не вызывает. Так, контроль сахара. Просто на великолепнейшая штука, которую я заказала по рекомендации своего доктора. Вот тут вставлю ролик для вас. Лена Аркадьевна, подскажите, пожалуйста, почему всегда и каждый день очень сильно хочется сладкого, и я не могу противостоять этому желанию?
Но я так думаю, что идет избыточный рост патогена микрофлоры в кишечнике, потому что когда мы неправильно питаемся, у нас избыток углеводов, избыток сладкого, мучного, дрожжевого, то у нас идет избыточный рост грибковой микрофлоры. И это, конечно же, пища для любых глистов, вирусов и бактерий. Вот поэтому у человека и развивается потребность. То есть чем больше этой микрофлоры, тем больше хочется сладкого. Угу. А чем заменить вот это желание, чем себе помочь, если очень хочется? Чтобы облегчить свою участь, чтобы снизить тягу к сладкому, у нас вот есть в Фаберлике такой замечательный БАД, контроль сахара. Контроль сахара, который помогает снизить именно тягу к сладкому. В состав входит хром, поэтому он очень хорошо работает в данном направлении. Очень многим пациентам я просто назначаю хром. Но здесь, кстати, очень хороший состав, поэтому его рекомендую использовать. То есть по капсулке два раза в день, перед обедом, например, и перед ужином. Потому что вечером чаще всего хочется сладкого. Вот, это кроме БАДа. Кроме БАДа, нам еще, конечно же, нужно все-таки, скажем так, дружить со своей головой и думать, кого мы кормим. То есть, если мы едим сладкое, мучное, дрожжевое, вы должны понимать, что вы кормите патогенную микрофлору. А если вы едите качественный белок, качественные жиры и овощи, как источник клетчатки, то, соответственно, вы кормите симбионтную микрофлору, которая в ответ вам дает синтез антител, гормонов, ферментов, витаминов, в общем, все, что необходимо, что нужно для восстановления вашего здоровья. Спасибо большое, Елена Аркадьевна. Так. Дальше. Мультивитаминный комплекс – это для мужчин. Мы пропили антипаразит, мы прочистили сначала кишечник и печень, пропили антипаразит, сейчас можно пить мультивитамины. И кормить мы будем себя, а не патогенную микрофлору, такую как, допустим, паразиты, грибки, плесень, микроорганизмы. То есть мы будем кормить сейчас себя, потому что все у нас хорошо теперь стало. Так, РФМ-аля контроль. Уракомплекс для женщин. Вот ни разу еще не пила, вот хочу попить, поэтому запасаюсь уракомплексом для женщин. Его очень хвалят в чате вообще молекула Форс. Артикул 156.92. Буду смотреть. Это все по купонам я набрала. Очень дешево. Да, то есть если БАД стоил, к примеру, 1800, я его взяла за 1100. Не хотите ли? Вот это все по купонам, да. Дальше, значит, кардиоподдержка идет с артиклом 156.84. Сейчас кардиоподдержку буду пить не я в этот раз, а муж. Почему? Потому что он начал заниматься спортом, он очень много делает именно кардиоупражнений различных. Он 40 минут без перерыва может плавать, и у него сильнейшая одышка, ему это тяжело. До этого он кардио как-то не особо любил. И честно-то сказать, у него чересчур нагрузка. И мой врач сказал, обязательно при чрезмерных нагрузках нужно пить омегу, D3, магний и кардиосуппорт. Вот, поэтому магний и кардиосуппорт он пьет на ночь. Просто великолепно. Две таблетки магния, две таблетки кардио запить стаканом воды где-то за полчаса до сна. Вообще просто великолепно работает. Он сказал, что он стал спокойный. Он утром просыпается просто вообще в таком хорошем настроении. Говорит, сил полно. Ну, потому что вот БАДы ночью поработали. Дальше вот та самая гудфлора, с которой нужно начинать вообще пить БАДы молекула Форс. Это поддержка микрофлоры кишечника. Артикул 156.85. Их, кстати, что-то маловато осталось. Расхватывают, как горячие пирожки. Потому что вначале как-то, ой, все боятся, да дорого и так далее. А потом они поняли, сколько они вообще на таблетках экономят, и решили, что они хотят, да, хотят быть здоровыми, поэтому очень много чего нет в наличии сейчас, на данный момент. Опять-таки, Фаберлик плохо делать не умеет и сделал очень крутые, действенные, действительно хорошие БАДы. Так, омега-3 Форте, артикул 157-79. Вот как раз вот эту омегу у меня сейчас муж пьет по 2 штуки 3 раза в день, ну и я, конечно, тоже пью по 2 штуки, но 2 раза в день. Я спортом не занимаюсь. Так, еще тут идет один чек, такой вот длиннющий, да, вот смотрите, БАДы, где-то я видела, так, сыворотка для кожи, гидрофильное масло, а вот даже вот эти же биоритмы, 1259, ребят, это вот так купоны, антистресс 1259, контроль сахара 1259, понимаете, как дешево, дальше кардиосуппорт 1259 по моей цене.
а всегда 1800. Вот, посмотрите. Поэтому, если у вас еще остались купоны, залетайте, если это еще есть. Сегодня уже там осталось мало, все сметают. Просто я вообще в шоке от такого. Я такое редко наблюдаю, чтобы так сметали БАДы. Очень много людей, увидев скидку в 700 рублей, просто побежали на сайт и начали покупать. Дальше, практически уже подошел к концу у меня вот этот вот красавчик. Я его очень люблю. Это палетка Скульптор. Вот очень жалко, что на самой упаковке нет артикула. Надо где-то какой-то перманентный маркер, наверное, завести и подписывать самой. Так, артикул 6433. Да-да-да-да, просто обожаю ее. Даже просто сделать ею макияж и контуринг, я уже вам это показывала, да, в своих сторисах, в Телеграме сейчас сторисы появились, я там снимала свой макияж целиком и полностью, и могу вам сказать, что это просто невероятно классно, невероятно красиво, невероятно здорово, и плюс ко всему остается только подкрасить реснички, особенно вот это вот на подвижные века, просто великолепно смотрится, смотрите, какой очень красивый, приятный блеск на глазах, просто великолепно смотрится, да, то есть это прям палетка, она прям вся моя, да? То есть видите, вот как раз для светленьких девчонок, блондинок, просто великолепно, и вот этот розовый цвет и Скульптор я уже протерла до дыр, вот эти два момента, поэтому решила на всякий случай вдруг куда-то ехать, а у меня нету. Очень классно, очень удобно и, в принципе, экономично, когда все в одном идет. Далее, все-таки я ярая поклонница именно этой туши. Не буду ее сейчас раскрывать, она великолепна. Тут вставлю вам видео про эту тушь. Боже мой, просто покажу, да, что эта тушь делает с глазами. Я, честно вам скажу, ребят, прошу прощения за сленг, но очень охренела. Да, я прям охренела. Так, артикул 55378, надеюсь, я больше не буду этих слов употреблять в своих обзорах, потому что не очень такое дело люблю, но вот это вот next level, это просто бомба для меня. И причем она осыпаться начинает, ну, где-то вот если вы в 7 утра нанесли макияж, вот я помню, что я где-то... 5:30 я накрасила глаза этой тушью, и в 6 вечера она у меня начала где-то что-то вот чуть-чуть, по-моему, две точечки маленькие осыпалась, так и то, потому что я из Таджикистана долетела с двумя пересадками до Калининграда, я спала в самолете, в общем, великолепная тушь, просто пушистые, классные, густые, длинные, смоделированные такие прикольные ресницы получаются, кукольные, очень-очень понравилось. Девочки в чате говорят, что она слепляет ресницы. Может быть, в какой-то мере, да. Но лапки паука у меня не получаются. Получаются аккуратные, нормальные, такие пушистенькие, хорошенькие реснички. Но смотря, наверное, как красить глазки. Дальше, это мы с девчонками, с родственницами дали жару, как вы видите. Единственный его недостаток, это очень сильный, яркий аромат, бьющий в нос. Это сыворотка для лица, получается, с артикулом 13.08. Она очень, у нее очень такой яркий солнечный аромат какого-то, не знаю, абрикоса что ли, да, но она идет как стимулятор выработки коллагена и регулирует плотность кожи, выравнивает рельеф, придает сияние, выравнивает тон. В общем-то, классная штука с артикулом 13.08, я ее уже неоднократно хвалила и, наверное, буду продолжать хвалить, так мне это надо отдельно поставить сейчас в скрытую упаковку или закрывать не буду. Да, то есть то, что она открыта. Вот такая вот эмульсия, клевая, классная. Вот такой вот капельки хватает и на шею, и на декольте, и на все-все-все. Запах у нее просто обалденный. Я от него, от этого запаха, очень сильно кайфую. Так, еще купоны пошли. Сыворотка для кожи вокруг глаз 0975 Мискини. Я думаю, вы ее помните. Я ее недавно снимала, хвалила. Это запасник у меня есть открытая, и только что она открытая. То есть я первый слой наношу сыворотку, ну 40 лет такое дело, да. А второй слой уже гель для век. Так, дальше. Укрепляющий гель-бальзам против выпадения волос 1680. Ну, как вы видите, то, что я заказываю, очень много чего у меня заказывают. Но это я заказала именно для себя, любимой. Дальше тоже купончики. Это репейное масло для волос за 40 минут до начала мытья головы. Да, за 40 минут до ванны можно нанести, поухаживать за головой, подождать, пока она поработает минут 40, да, и потом пойти и уже помыть голову. Артикул 12.31. Она не очень комфортная.
Давайте я сейчас капну на руку. Вот такое вот масло, которое очень сильно разогревает кожу. Поэтому не каждому понравится вот этот сальный вид головы. Но, ребят, эффект отличный, и уж 40 минут можно перетерпеть. Так, дальше. Это у меня крем для контура глаз и губ. Все-таки для меня он один из самых лучших. Не могу сказать, что самый лучший, потому что есть еще классные. Но пока что вот этот и антивозрастной идет. И за губками очень хорошо ухаживает. И он идет с антивозрастным комплексом One Week Miracle, который запускает режим молодости. Он укрепляет наиболее подверженную образованию морщинам кожу, и результат уже через 7 дней действительно виден. В общем, очень понравился. Плюс ко всему, безумно удобная упаковка. Просто посмотрите на эту упаковку. То есть вы видите, он просвечивает слегка, вы видите, сколько осталось. Туда воздух не попадает, и он очень экономичный. Его надо абсолютно немножко. Вот этого хватит, смотрите. Я его сейчас разнесу на всю руку, и вы увидите. И он хорошо впитывается, и макияж отлично лежит. Да, то есть вот так. Вот это хватит одного нажатия, вот полноценного, да, хватит и на губы, и на оба глаза. Просто великолепно. В общем, так, можно я открытое буду отдельно ставить? В общем, я прям довольна-довольна. Запах тоже яркий, так как я люблю. От меня даже кошка уходит, не спит со мной, когда я пользуюсь One Week Miracle. Обычно она спит со мной, а тут нет. Она ко мне не идет, когда я намажусь этой фигней. Как у меня муж прикалывается. Ему нравится, что я за собой слежу. Но он так цитирует мою кошку. Она приходит, понюхала. Может лечь со мной спать, а может и уйти. Вот от One Week Miracle и от Bioglow она уходит, потому что аромат яркий, а я кайфую, мне нравится очень. Так, это у меня в руках ночная маска желе. Тоже очень нравится, 13.06. С утра встаешь, такое свежее, клевое лицо. Делаю ее не каждый день. А иногда, когда вот сильно прям торопишься поспать, потому что осталось чуть-чуть. Я почему-то такой трудоголик, мне очень нравится развиваться, расти, работать, что-то такое. Обзоры – это мое хобби. И честно сказать вам, бывают моменты, когда ты спишь там, смотришь так, ага, осталось там 7 часов спать, и бегом бежишь умываться, ты-ты-ты-ты-ты, пока все сделала, осталось 6 часов спать, да. И я в ванной так раз-два вот эту масочку после умывания на себя нанесла, у меня там в ванной тоник стоит обязательно, чтобы не бегать там по комнатам. Тоничком протерлась, масочку нанесла, шлеп-шлеп-шлеп, и быстро в кровать. Лицом вверх. Полежу немножко и засыпаю. Дальше патчи. Клевые, конечно, очень патчи. Тоже со скидкой, тоже по купонам. 600 или 700 рублей. В общем, очень дешево. 0,9-16 артикул. Тут 60 патчей. Их можно делать на морщинки. На все морщинки, которые есть на лице, на шее. И, конечно же, под глаза. Конечно же, для чего я это и заказываю. Да? Дальше заказала себе, как VIP-консультант, с 70% скидкой, вот эту воду Пуртужур. Я ее заказала кое-кому в подарок, не буду говорить. 33-21, этот человек очень любит эту воду. Далее у мужа начинает заканчиваться чага сибирская. Я хотела взять штук 5, что-то вот, видите, как получилось, 5 одна штука. 157,49. Ну, чага сибирская, это, конечно же, очень полезная штука для кишечника, для всего. Вот у меня врач все время мужу прописывает. Он идет очень жалко, но он идет в пипетках. Давайте я вам сейчас покажу. То есть мне не очень нравится, что он идет в пипетке. Лучше бы, конечно, он был в капсулах. Да? То есть, хоп, взял, выпил, все, и кайфуй. Так, дальше. Так, 12,82 штуки и 12,79 две штуки. Бальзам «Расчерка пчелиным ядом». Это мой фаворит. 12,80. Да, помните, я вам рассказывала, что мумиё и сабельник невозможно воняют. Это просто нереально перенести. Я их дорасходовала и все, больше не заказываю, хотя они очень хорошо работают. А вот аргинин и бальзам «Расчерка пчелиным ядом» просто обалденно работают. Прямо работают. Они вот вроде бы 100 рублей стоит. Но, извините меня, они очень крутые. И 12,79 универсальный крем с аргинином. То есть и тот, и другой нравится. Конечно, я вам могу сказать, что Signum One, который стоит 3700 по цене консультанта, да, то есть 5000 по цене каталога, он, конечно, круче и действеннее. Когда я Signum One добавляю плюс аргинин, например, и вот эти, да, три средства вместе смешиваю по чуть-чуть и мажу на свою сорванную спину, я ее сорвала в 19 лет на макаронной фабрике, когда таскала мешки по 50 килограмм, то, вы знаете, эффект просто бомбезный. Я с утра просыпаюсь, я забываю про спину, я забываю. Если, конечно, без Signum One, то надо мазаться где-то, наносить его где-то вот недельку.
да, неделю подряд, тогда начинает проходить и спина тоже. Но, конечно, если нет никакого защемления. Эти кремы, они не волшебники. Если есть защемление, чё ж он как поможет? Он снимет боль, воспаление, но наш вернется сразу. Обратно, если защемление, там еще что-то, грыжи, там, знаете, бывает. Вот мне тут женщина писала, у меня грыжа, я пока мажусь, у меня не болит. Перестаю наносить, у меня начинает болеть. Это маркетинговый ход. Блин, так все обезболивающие так работают. А это еще и лечит, воспаление снимает, без всякой химии. Тоже как бы нужно понимать, если грыжа, это, конечно, идти к хирургу, а не в компанию Фаберлик. Далее, 0851. Это 100 лет уже не заказывала. Это значит, одну штучку я взяла. Гель-скатка для лица. Мягкий гель-скатка. Это особый вид очищения кожи. То есть наносите немножечко на сухое лицо. И скатываете, то есть катаете массажными движениями, и вот эта вот скатка начинает превращаться в катышки. И вот эти катышки и есть ваша бывшая роговевшая кожа. Дальше, все-таки понравилось, главное не наносить на глаза, потому что он походу портит линзы, как мое мнение. Артикул 0844, гидрофильное масло для очищения кожи лица. Тоже наносите на сухую кожу, массируете долго-долго-долго. Если тут надо на сухую и очищенную кожу лица, да, то есть умылись, вытерлись полотенцем, и потом наносите гель-скат, и начинаете скатывать лицо, то вот это средство, оно очень хорошо и на такую кожу действует. Да? Если на сухую очищенную, то оно поглубже очистит ваши поры и так далее. Если накрашенный, то оно с первого раза очень хорошо смывает весь макияж, всю косметику. Кожа действительно прям чувствуется, что очень-очень хорошо очищена. Артикул 0844, это я уже, наверное, третью штуку заказываю. Такую вот классную, 0844. Но хватает ее, может быть, где-то на месяца на полтора. Так, следующую коробочку берем. Следующие две коробки у меня маленькие малышки. Во-первых, тут увидите видео. Это у меня идет с артикулом 10079. Диффузор ароматический, ультразвуковой. Вот, туда вы капаете, в него получается масло. Таким вот образом этот красавчик выглядит. Поднимаете крышку, закапываете туда масло. И, в принципе, все. Слушайте аромат масел в зависимости от своего настроения. Масла у нас есть различные. И денежные масла, и секси, и эвкалипт, и так далее, и так далее. Да? То есть лаванда, в общем, все, что вам захочется. Очень классный аромадиффузор. Можно его и в спальне поставить, и около компьютера, или где-то на рабочем месте. В общем, где угодно можно поставить. Дальше у нас с вами такое вот белье. Очень мне нравится, сколько раз беру по ВИПу. Там очень много белья, но, к сожалению, я почему-то остановилась на этом и все время заказываю. Это Селеста 80C 502 890. Просто отличное белье. Так, еще один чек. Так, тут 10 баллов на 1300 рублей. То есть, ну, вот эти вот все три коробочки, вот три чека, да, пришло. Тут у нас идет, ну, это автозаказ, скорее всего, каталог. Кстати, будут дариться деньги, очень даже прикольно. Люди любят деньги. И маска детокс для лица с древесным углем. Так, артикул 0276. Это экспресс-уход, всего за 15 минут. Кожа обретает яркость, да, сияние, да, свежесть, да, как после полноценного сна. Действительно, классная маска. Лучше ее делать, конечно, утром в душе. Мне очень нравится. Умылась, личико вытерла полотенчиком чистым, сухим. И все, наношу масочку. Пока сама там, допустим, сначала нанесла маску на волосы, потом маску на лицо. Пока там борюсь с волосками или просто мою тело, или могу зубки пока почистить и так далее. На губы мы эту маску не наносим. Вот, постепенно, по чуть-чуть она работает. Как раз уходит 15 минут. Поэтому классная, очень классная маска. Прям черная, как ночь угольная. Где-то в домашних условиях, вне ванной. Вот честно, от души не рекомендую ее делать. Я постоянно где-то что что-то мораю этой маской. Поэтому да, будьте молоды, счастливы и спокойны, и делайте в ванной. Самый лучший способ. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Коннова Аня, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео. Заказала все VIP-новинки, очень-очень их жду. Я думаю, что они будут просто великолепны. Будем вместе с вами их пробовать.